разговаривали перед играми, вот, и говорили о том, что Якутск будет приедет сюда не просто там доигрывать, а именно биться за выход дальше. Была, конечно, небольшая такая растерянность у нас во второй четверти, да, когда мы пропустили 28. Но это, конечно, непозволительно для нашей команды пропускать 28 очков за четверть. Конечно, это много, да. Вот. И после перерыва ребята как бы собрались, да, то, что они понимали, да, что если так будем продолжать, то будет проблема. Вот. Ну и сам результат, то, что третью четверть отыграли, да, всего позволили забить 6 очков, как бы. Вот. Говорит о том, что все-таки ребята есть характер, они проявили его. Игоря там его беспокоит с Минина, да, у Галихова там Алеши тоже травма. Поэтому, несмотря ни на что, ребята бьются, да, хотя как бы, ну, тяжело, потому что, ну, травма не дает играть на 100%.